В преддверии Олимпиады Бразилию по-прежнему лихорадит от протестов в связи с экономической ситуацией. Но это не единственная головная боль для властей. На улицах бразильского города Натал небывалый разгул преступности. Члены уличных банд устроили на улицах города беспорядки после решения властей установить в местной тюрьме глушилки сотовой связи. Своеобразную акцию протеста устроили криминальные авторитеты, которые отбывают срок в тюрьмах. Отсутствие связи фактически лишило их возможности руководить бандами из стен тюрьмы. После неудачной попытки бунта они приказали устроить погромы в самом городе. Бандиты жгли автобусы и машины, а также грабили магазины прохожих средь бела дня. Полицейские явно не были готовы к такому развороту ситуации. Собственных сил оказалось недостаточно, поэтому в город пришлось перебросить практически 1500 военных.